меня будить? Что таку? На! Я еще хочу... Ага, вот это. Звонок в 6 утра. Я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, что? Кто? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Семочка. Это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что, мозги там повылетали? Я артист, я только лег. Это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня тут же наказали. Здравствуй, Баба-Яга! Чтоб ты перевернулась, я сейчас положу. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать. Представляешь, Баба-Яга, он размазал черной краской белые стены. Мы не можем смыть. Он развинтил настольную лампу. Папа включил. Папа ударила током. Вот пусть током ударенный папа ими занимается. Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Это Баба-Яга. Еще раз так назовешь... Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот. Что вот-вот? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Чего это вы в 6 утра не спите, как все нормальные люди? Вот-вот, я даю ему трубку. Постой. Если я ему два слова скажу, он весь день говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну всю его молодую жизнь и мать его сразу вместе с ним. Вот-вот, я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок! Я тебе рожу переверну. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я тебе все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь, подонок? Иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин поганый. Артист спит днем. У артиста рассвет 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга. Артист полнокровно живет только ночью. Тетя Яга! Какое я тебе тетя, подонок? Посмотри сейчас на мое лицо, у меня борода. Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? Посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, я куда его тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть, сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь, не трожь артиста, обглодаешь. Артист – существо возвышенное, если даст один раз в рожу, всю жизнь потом будешь отхаркиваться. Ой, тетя Яга, ой, извините, это я, мамина Сема, то есть Семина мама. Спасибо, Баба Яга, не знаю, что вы ему сказали, он в угол забился. Там ему и место. Забейся тоже, все углы забейте. Настрое, котом своим забейте. Спасибо, Баба Яга, можно я еще раз позвоню? Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам? Стой, мамина Сёма, у меня тоже проблемы есть. Лучше я тебе буду звонить. Спасибо.